Стоит отметить, сессия Верховного Совета носила ярко общественный характер. Во-первых, это поддержка пенсионеров. Итак, один из принятых законов предусматривает установление суммы прожиточного минимума на 2016 год в размере без малого 8,5 тысяч рублей. По сравнению с нынешним годом сумма эта увеличилась на 22% или на 1560 рублей. Если индексация на следующий год закладывается в бюджете на 4% всего, то в данной ситуации впервые у нас величина прожиточного минимума увеличится на 22%, а в деньгах это на 1500. Я не говорю, что это большая сумма, но в отношении к предыдущим годам увеличение впервые такое большое. Пенсионный законопроект депутаты приняли единогласно. Также единогласно прошел и еще один. Касается он, если не всех, то большинства жителей Хакасии. Суть проекта в организации общественного опроса по телефону либо устно, притом исключительно муниципальные власти теперь могут узнавать настроение в обществе. Те же самые пожары. Что нужно сегодня сделать? И мы просто должны узнать мнение населения. Что делать с заброшенными дачами? Что делать с пустующими этими полями, зарастающими? Вот. Мнение одно, второе, третье. И, пожалуйста, коллективный вот такой опрос, можно уже принять какое-то решение. Еще одна социально значимая инициатива – строительство дошкольных учреждений. С 2010 года в Хакасии для дошколят создано почти 9 тысяч мест. Это с учетом финансирования из Москвы. Вместе с тем проблема дефицита мест по-прежнему остается актуальной. И практически в стадии завершения стройка трех детсадов – в Шира, Черногорске и Копьево. Но федеральное финансирование прервано по разным причинам. Так вот, депутаты обратились в правительство к Дмитрию Медведеву с предложением о выделении денег. Всего необходимо 216,5 миллионов рублей. Стоит отметить, сфера образования и культуры в работе депутатов одна из ключевых. Так, Сергей Комаров накануне поздравил жителей села Чапаева с 55-летием библиотеки. На торжественном мероприятии заместитель председателя Верховного Совета подарил учреждению редкие книги. Вот это уникальный экземпляр книги, подборник стихов Михаила Кичичакова, нашего земляка. Это уникальный экземпляр, здесь все его стихотворения, переводы в первую очередь. Это уникальный экземпляр, чтобы у вас было храниться. Ну и все остальные книги, там тоже ряд уникальных книг есть. Поздравляю!